Да. Бурдан, ты на Гитлера похож. Вообще нет. Слышишь? Друзья, вот тут у нас газозаправка на выезде на Одессу. И что вы думаете? Вот, казалось бы, такие красивые лесные просторы по две стороны, да? И обратите внимание... Да что ты хочешь, пап? И обратите внимание вот на этот пиздец, который здесь творится. Не могу по-другому назвать. Вот никто не убирает. И здесь... Вот таким образом. Просто мусорят. И если мы немножко пройдемся, посмотрим, например, да, что мы увидим. А люди просто берут и гадят. А напротив как раз-таки у нас заправка газовая. А здесь вот такая творится человеческое бесчинство абсолютное. Просто мусор весь. Ой, друзья, посмотрите, какой постапокалипсис. Просто вот, казалось бы, 2022 год. Там я вижу какие-то заброшенные, по-моему, туалеты. Давайте прогуляемся, посмотрим, что это такое. Опять же говорю, вот напротив газозаправки нашей. Посмотрим, давайте, что это вообще было и что тут вообще творится. Какие-то бункера, дырки. Не хватает моего друга нас, которым мы лазим вечно по бункерам. Что это такое интересное? Я так думаю, что здесь вполне возможно, что тоже когда-то была какая-то заправка. А сейчас, ой, там такая дырка, то хочется в нее прям залезть. Но, наверное, не буду. И везде, кстати, дырки в земле. Вполне возможно, что под землей еще какая-то конструкция определенная. Ну, а на территории вы видите, что такие вот интересные канистры. Может быть, это... Кто-то строил эту газозаправку вторую, я не исключаю. Люди здесь, вы видите, чем занимаются, бухают. Ну а здесь какие-то части вот этой постройки. Давайте посмотрим поближе, что это такое. Какие-то фундаменты. Фундамент с водой. Ну вот. Ладно, сестра уже, наверное, меня ждет, там уже, наверное, скандалы и крики расследования. Но все равно хочется заглянуть вот в всякие такие непонятные. Воу! Что вы тут видите? Это прям какой-то бункер. Так. Ладно, чувствую, мы сюда когда-нибудь все-таки полезем. Да, это бункер. И с моим друганом походим здесь. Здесь куча вот этих дырок, в которые можно, естественно, провалиться, если быть неосторожным. Как-то так. Друзья, просто посмотрите, куда идет моя сестра и как она оделась. Я взял пакеты. Автомобилисты здороваются друг с другом, а мы пытаемся найти грибы вот в такой вот посадке. Ну, возможно, и что-то найдем. Не знаю. Очень сыро. Ну, я вот нахожу какие-то чьи-то колготки. Не знаю, пишите в комментариях, кому они могут подойти. Я думаю, что... Зайцы-фазаны, конечно. Они уже всех спугнули, знаете, я должен впереди идти. По-хорошему, конечно, тут я смотрю, какие-то шмотки валяются. Да мне надо еще прям быстро-быстро идти для того, чтобы зайцы и фазаны, чтобы я хоть кого-то вам снял. Попытаюсь, ладно. Ну, что-то пока никого не вижу, кроме бутылки водки. Опа, чья-то заначка, Оксана. Ну-ну. Очень полезные. Ой, да уж. А вот еще одна заначка, смотрите, вообще. Только заначки и видим. Но грибов, конечно, слишком много, чтобы их собирать. Мы стараемся найти более крупные, чем те, которые мы не видим. Вот такие.
А вон сверху здоровые. Где? Вон. О, резанки нашли. О, боже. Так, сейчас чувствую... Сейчас будем снимать, как Игорь лезет в дерево. О, нет, нет, нет. Да. Игорь, надо срезать. Я не полезу. На. Так, я, мне тут не надо стоять, ты упадешь мне на голову. Раз и пошел. Все, папа, отойди с ножом. Отойди с ножом. Ну-ка, ну-ка, ловкий. Сарфан. Вот на этой ветке. Да, вон вешалка. Осторожно, папа, уйди тут, а то упадет на тебя эта ветка. А что так? Профессиональным нажатием руки. Осторожно, руки. Ну плохо. Ура, у нас грибы. Знаешь. Мне не очень удобно тут на поле слезать. Посмотри, может быть, еще где-то там. Так, друзья, ну что, мы потихонечку все-таки на... А, это грибы или нет? Оксана, вот это. А, нет, кусок ветки. А. Свечки тут на поле. О, черной магии запахло. Точно, это надо разрушить нахуй. Посмотрите просто на мои ноги, они все в этих колючках. Будем снимать вам, как я лазю за грибами. Конечно, да. А ну-ка смотрим, внимательно. Да, да. Давайте. 10 метров желательно. Ниже не, даже не зала. Азию! А! Так, папа нашел зимние опята. Очень мощные, большие грибы. Даже не знаю, поместятся ли они на сковороду. В нашем ведре. Да, вот в ведре у нас. То, что мы а собрали. А видишь, уже обрезали. Мусульманские опята, они уже обрезаны. Давайте посмотрим, что еще есть у нас тут впереди. Я, да, как бы, вот. Друзья, вот это нормальные опята. Вот они вот хоть покрупнее. Вот это мой да, улов. Это вот конечно. Они. Вот они. Сейчас мы вот еще я. Тут что-то найдем. Спасибо. Друзья, я теперь понимаю модные платформы, а откуда пошли. То есть сельские девочки, они привыкли вот такие. Ужас, срезали грибы. Кошмар. Вот люди пошли. Так, ну что, друзья, нашли мы, собственно, какие-то довольно-таки крупные, массивные грибы. Сейчас будем их срезать. Вот, красавчик. О, вот и мать даю. Я это сделала, я не знаю. Ну, Игорь, вот это. Так, а что это не гриб? О. Конечно, чтоб я полазил. Спасибо. Птичек нашли. Папа говорит, куропатки. А сестра думает, что это скворцы. Давайте подойдем поближе, посмотрим. А, нашли еще грибы под деревом. Прям. Я только что вам продемонстрировал. Чудесно. Ну как только что. Благодаря чудесному монтажу. Вроде как только что. Ну вон они там сидят. Ну а мы дальше изучаем. Знаете, вот реально сестре только что сказал, что как постапокалипсис ты идешь. И какие-то остатки от цивилизации. Только причем отвратные остатки. Ничего полезного, ничего хорошего. Только какие-то бутылки. Разные пластиковые, которые очень долго будут разъедаться. Природа удивительная вещь.
там все взаимосвязано, все подчинено друг другу, все уравновешено. А люди, ублюдки, умеют только воевать, к сожалению, и гадить. Ничего полезного не делают для природы. Ну, только единицы. Мне недавно написал, после того, как я смонтировал ролик про выступление моей племянницы, мне написал один мужчина в Вайбере и спросил по поводу монтажа, сколько будет стоить, и операторская услуга, и работа. Я озвучил цену, он говорит, ой, это очень дорого. Я говорю, ну если вы с Тирасполя, я сделаю вам скидку. Вот, оказалось, что они эко-активисты, которые где-то покупают мусорные контейнеры, где как-то она там перерабатывается, разлагается и прочее. Они говорят, нам бы новый ролик сделать, смонтировать. Мы за это заплатим деньги вам. Ну, не знаю, насколько это... Я согласился, говорю, я только за, и причем я это сделаю бесплатно, потому что я за экоактивизм. Я состою в группе в Вайбере по Приднестровью, по крайней мере, где вот эти экоактивисты сплочаются, как-то делают, пытаются что-то. В том числе убирают в лесу, чтобы вы не думали, не писали в комментариях мне, что... Вот, Игорь, ты снял грязь в лесу. Это, конечно, хорошо, что ты освещаешь события на 13,5 подписчиков, но, тем не менее, необходимо, чтобы ты еще и убирался сам. Поэтому я убираюсь. Если полистать мою ленту или погуглить, то я тоже хожу и тоже убираюсь. Ну, вот летят они, красавчики. Так, друзья, ну мы продолжаем путешествие. Это я вам поснимал такую проводочку, где симпатично, но кому-то какие-то мозги, которые спеклись у какого-нибудь геймера. Довольно-таки много орехов, но они все уже немножечко подустали, мягко говоря. Друзья, мы собрали, увидели целую поляночку грибов, посмотрите, как много. Красота, но что-то мы в них сомневаемся. Вот тут тоже внимание. Да, отец говорит, что надо срочно наварить их, но что-то намного их, да. Тут целая поляна. Но обратите внимание, что и грибники, которые тоже до нас тут лазили, они хорошие грибы срезали, а эти не срезали. Друзья, посмотрите на эту братскую могилу. Какие-то гуси-лебеди похоронены. Кто-то выбросил. Скорее всего, может быть, это они были заражены, возможно, каким-нибудь свиным или утиным гриппом. Поэтому, соответственно, отвезли его вот так вот, закопали. Ну, а как? Даже не закопали, просто скинули и все. Хай гниет. Мы уже наловили довольно-таки много грибов. Вон целое ведро. Ну и найдем еще, возможно. Уже от трассы довольно-таки далеко отошли, кстати. Ура! Сестра нашла грибы. Бежим. Я тороплюсь, чтобы хоть что-то там. Ой, танцует, смотрите, вообще. Неадекватная женщина. Сейчас посмотрим. Так, слушай, наверное, нашла зарплату чью-то, кто-то похерил что-то. А, это еще лезть мне надо, Оксан, ты что, издеваешься? О, боже. Игорь, вперед. Да, конечно, лезь сама. Старые, они хорошие грибы. Смотрите, папку нашел. Да. Они все хорошие. Пап, что ты с ними как? Не бросай, давай кулек. Дай другой.
Ну вот, друзья, о какой я говорил графике. Audi Touareg, йоу. Да. Гигантский мост. Какой-то колокольчик. Понятно? Я так забыл, скажешь, а в игре. Зябкие ладони.